Самый длинный сладкий бутерброд приготовили дошколята в рамках фестиваля «Гостеприимная Чувашия». Так решили отметить День работника торговли. Пробовали кулинарный рекорд Ольга Пырочкина и Андрей Шоклев. Когда мы ехали снимать самый длинный бутерброд, представляли себе десятки метров колбасы. Оказалось, что готовить решили сладкий бутерброд с джемом и ягодами. Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Этот бутерброд как раз правильный, рассказали специалисты. Готовить что-то с колбасой на большое количество человек, а тем более детей, в жару небезопасно. Видите, температура какая у нас, теплая, ягоды не перемытые, как говорится, мы уже за здоровье. А вы любите сладкие бутерброды или вам больше с колбасой нравится? Сладкие, так. Скажите, какой это у вас джем? Что у вас за ягодки там, рассказывайте? Клубничный джем, малиновый джем. Желтые ягодки и малина. Впрочем, оказалось, даже при поедании такого безопасного бутерброда нужна осторожность. А давайте попробуем. Можно одно? Спасибо. Осторожно, вишню с косточками. Бутерброд, вам какой больше нравится, желтый или красненький? Красный. Почему? Потому что вот из ягод я больше всего, вот из ягод вот эти люблю больше всего. Акцию назвали «Родом из детства», ведь только в середине 90-х в магазинах появились сладости на любой вкус. Была булка, допустим, или батон, и варенье. Вот мазали мы и кушали с чаем. Ты что тут делаешь? Чай пью. В итоге бутерброд получился 45 метров в длину и 105 по периметру. Мы посчитали, что в каждом таком вот длинном ряду примерно 47 бутербродов. Умножаем на 4, потому что даже на 5, в каждом ряду по 5 бутербродов. И если посчитать все стороны, то примерно получается, что здесь вот примерно 800 вот таких вот отдельных маленьких бутербродиков. Если считать, что каждый ребенок съест ну максимум по 2 бутерброда, получается, что чтобы съесть все это, нужно 400 детей. И это новый, хоть и неофициальный рекорд России. До этого самым длинным бутербродом считался бутерброд с беконом, который приготовили в 2016 году в Московской области. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.